команду «Планекс». Так. Команда готова? Поехали. Добрый день, мы представляем команду «Планекс». География нашего проекта насчитывает пока 7 городов: Элиста, Сургут, Москва, Карелия, Ростов-на-Дону и Омск. Но уже сейчас подростки находят очень много информацию о прошедших для них мероприятиях, где они могли бы выступить или познакомиться с новыми людьми. Согласно нашему социологическому исследованию в социальных сетях, мы выяснили, что только 1% подростков находят информацию с первого раза. Остальные 99% вынуждены затрачивать дополнительное время на поиск интересующих их информации. Упущенные возможности негативно складываются на портфолио, а также при подаче заявок на различные стажировки. Поэтому небольшие города России имеют меньше возможностей, чем, например, Санкт-Петербург или Москва. Мы провели анализ и выяснили, что сегодняшние информационные порталы для подростков анонсируют только мероприятия федерального и регионального уровня. К тому же они акцентируют свое внимание на прошедших уже мероприятиях. Мы выяснили, что молодежи не хватает единого ресурса, где будет размещаться информация о предстоящих молодежных трендах, различных мероприятиях в каждом населенном пункте. Поэтому мы решили создать новое информационное пространство именно для подростков, в котором будет выставляться информация именно городского, образовательного и международного характера. Мы уже отправили письма в молодежное НКО, организации компании, чья аудитория именно подростки. В дальнейшем мы планируем с увеличением аудитории запускать рекламу на нашем портале, а также проводить городские мероприятия, чтобы также находить компанию-партнеров. Наш портал мы считаем уникальным и социальным, поскольку мы будем приносить свою информацию до отдаленных регионов нашей страны. Мы разработали несколько этапов реализации проекта, и сейчас находимся на первом из них. Мы разрабатываем макет сайта, продолжаем искать информационные источники, создаем базу данных, прорисовываем иконки и работаем над чат-ботом. Уже в Артеке мы провели один мастер-класс, рассказали о нашем проекте, а также предложили создать для нашего портала стикеры. И самые лучшие из них будут первыми иконками на нашем портале. Также мы провели интервью-опрос у артековцев и с помощью него выяснили, какие темы наиболее интересны для них. И на основе этой информации выделили 5 рубрикаторов для нашего портала, что улучшит интерес к нашему порталу, информацию будут находить быстрее и также проще. К концу 2018 года мы планируем запустить информационный сайт и продолжить развивать социальные сети. Также проект будет реализован в 7 городах в присутствии нашей команды с общим охватом более 380 тысяч подростков. К 2019 году мы планируем начать масштабирование нашего проекта и запускать 20 новых городов в год, охватывая более 1 миллиона подростков. Также наша команда считает, что представление информации о грядущих событиях наиболее удобное, чтобы подростки привлекались в общественно полезную деятельность города и страны. Также наш проект не будет заброшен, потому что как только мы вернемся в свои города, мы подключим наши школьные медиа-центры и будем работать уже на месте в городах. И мы очень надеемся, что вы поможете нам с масштабированием и выход на российскую аудиторию, чтобы у детей не было вопроса такого, какого вы видите на экране. Спасибо за внимание.